Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении трехмесячного режима чрезвычайного положения в 10 провинциях страны, пострадавших в результате разрушительных землетрясений. Мы столкнулись с одним из крупнейших бедствий не только в истории Турции, но и региона, и мира в целом. Для работ в зоне бедствия мобилизованы усилия всех государственных структур, персонал и техника. На первом этапе на оказание экстренной помощи жителям зоны бедствия выделено 100 миллиардов лир. В зону землетрясения отправлено 54 тысячи палаток, 102 тысячи коек, предметы первой необходимости, дежурят до 1000 карет скорой помощи и 2 санитарных самолета. Жителям 10 провинций помогают 5000 работников медперсонала. С момента первого землетрясения в стране зарегистрировали не менее 285 повторных подземных толчков. Турецкий ученый-геофизик сравнил мощность землетрясения на юго-востоке страны со взрывом 130 атомных бомб. Между тем, президент призвал к солидарности перед лицом последствий масштабного землетрясения. На данный момент помощь предложили более 70 стран и 14 международных организаций. Я разговаривал с 18 главами государств и правительств, которые звонили нам по телефону. Я хотел бы поблагодарить всех наших друзей, которые делают заявления с предложением поддержки и помощи в эти трудные времена для нашей страны. Турецкий лидер объявил об обнулении комиссии за перечисление средств в турецких лирах и иностранной валюте на банковские счета Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции.